Здравствуйте! Сегодня готовлю праздничную закуску «Елочные шары». Главная особенность этой вкусной закуски – готовится легко и быстро. Продукты используются доступные и полезные. Для приготовления нам понадобится: отварное мясо куриной грудки режем на мелкие кубики. Сыр натираем на терке. Режем мелко зелень. Грецкие орехи измельчаем в блендере или ступке и оставляем для обваливания шариков. Куриное филе добавляем сыр, майонез и перемешиваем. Добавляем зелень и снова перемешиваем. Масса для шаров готова. Готовим блюдо для елочных шаров. Украшаем листьями салата и кисточками укропа. Из полученной смеси формируем шарики. Берем чайную ложку получившейся массы и формируем шарик. Теперь обваливаем в измельченных грецких орехах. И укладываем на подготовленную тарелку. Так проделываем со всеми шариками. Разрезаем маслины пополам и ложим по половинке маслин на каждый шарик. Из зелени делаем веревочки для елочных шаров. Закуска получается очень вкусная, а ее красивый вид будет служить украшением стола. Подписывайтесь на наш канал «Домашние хлопоты», пишите комментарии. У нас вы найдете много вкусных рецептов и полезных советов для дома. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.